Привет, меня зовут Маша Булатова. Я режиссер театра «Вспышка» Красноярского театра современной драмы. Я также являюсь художественным руководителем этого театра. У меня есть актерское образование. Я закончила Красноярскую академию музыки и театра в 2004 году. Мастер-курсы Валерий Кач Дьяконов. Потом у меня есть режиссерское образование. Я закончила в 2017 году Высшую школу сценических искусств Константина Райкина, мастер-курса Карл Миронович Гинкас. Я проходила обучение в Австрии Contemporary Dance 3 года подряд на фестивале Impulse Dance, в Москве на фестивале Цех 3 раза тоже, поэтому танцевальный опыт для меня тоже как бы важен, я использую его в режиссуре. Мне было бы интересно играть не то, где я буду поддерживать иллюзию чего-то, да, не то, что связано с тем, что я вот играю какой-то персонаж, и я делаю это, ну, как бы поддерживаю эту иллюзию того, что я кого-то изображаю, а скорее то, где раскрываются какие-то более тонкие вещи, связанные с моим личным, наверное, с тем, что такое вообще человек. Спасибо всем. Надеюсь, это было интересно.